Шалом алейхем. Сегодня 4 апреля и... Сегодня, с Божьей помощью, 11 число. Остановились мы на амигуровской квартире, и вы... Привет, сегодня... Вот это вот как бы очень интересный момент, постройка еще одного кикара. 4 апреля и... Наш сайт практически уже готов. Скоро мы запускаем сайт All Video Israel. Целью моего настоящего послания является помочь вам разобраться в его управлении. Вот столб. Видите, там есть леска. Такие узелки. Дальше он поднимается и... Тонкая нить, она должна окружать весь город непрерывно, не прерываясь. Есть город Афаким. Смысл и суть этого сайта сводится к тому, что он полностью нафарширован видеоинформацией о конкретном городе. В данном случае речь идет об Афакиме. У нас в качестве... предложение, да, что ли, или вопроса, есть размышление о том, что площадки, вот детские, например, они очень крутые, конечно, но вот если бы они были чище, было бы еще круче. Об Афакиме. Видео. И все видео посвящено городу Афаким. Таким образом, как бы этот сайт оценен с точки зрения полученной информации. Главное, что заключено в еврейском миропонимании, это царство свободы. Это некая духовная... ступень, которая позволяет там оказаться. Это же реально устранимо. Здесь, ну, закрепить нескольких людей за каждым объектом и контролировать, и все это... Там есть 4 кнопки на сайте. White Rabbit есть кнопка. Вот. Задача не из простых. Это ни для кого не секрет. Вот. Начнем с самого концепта. Концепт сайта Israel All Video, что явствует из самого названия, очень прост. Вся информация, которая содержится на ресурсе, она формата видео. То есть это не тексты, не картинки, это only видео. I'm just curious who, what, when, where, why. How did what happen? When will I know why? Как из этого извлечь какую-то определенную пользу? Именно увидеть своими глазами. Юрий Гагарин. Сайт структурирован следующим образом. Там есть 4 большие кнопки. Как будто бы весь Афаким — это единый дом. И ты переходишь не от дома к дому, а из комнаты в комнату. Ну вот как-то так. Он сказал поехать. Меня уже знают. Махнул рукой, словно вдоль по Питерской промчался в Москву. Он сказал поехали, махнул рукой. Вот. Меня уже знают, поэтому даже не спрашивают. Буду кратко. Поехали! Нарву цветов и подарю букет! Народ,
дальше. Представляется, этот сайт может быть интересен, собственно, для афакимцев. Если еще более локализовать тему интереса, то он интересен для тех людей, которые будут там представлены в графе мнения, которые хотят посмотреть на чуть-чуть отстраненным взглядом на то место, где они живут. Нарву цветов и подарю букет. Шалом алейхем. Сегодня 4 апреля. О, кстати, у Даши день рождения сегодня. Вот, и первым делом вы видите анонсы. Ну что об Афакиме можно сказать? Вот, ну что, спокойный город, тут город, хорошо жить, кто не работает пенсионером, так его, а работе молодежь должна ехать в центр страны, молодежи тут не хрен делать. Не хрен делать, да? А есть же заводы какие-то в Афакиме? Ну есть, там 200-300 человек, да? Там золото делают, да? А так в основном тут ничего нет. Скоро мы запускаем сайт All Video Israel. Целью моего настоящего послания является помочь вам разобраться в его управлении.